плюс юрист Томова чему-то постоянно меня пыталась убедить, что мать ребенка бьет. Так и не удалось ей меня убедить, потому что я-то уж свою супругу 5 лет знаю. А гражданин Алпатов регулярно называл ее помойкой. С чем я спорить не собирался, потому что хотелось бы, конечно, поспорить. Мне это неприятно, но было. Но предпочел промолчать ради того, чтобы все это было закончено.